Как день начнешь, так он и пройдет. С этими словами губернатор Сергей Морозов отправился на работу на велосипеде. С трамвайного депо на улице Радищева до Дома правительства компанию главе региона составила советник губернатора по развитию велодвижения Татьяна Державина. На двухколесном друге на работу сегодня отправились сотни жителей нашего региона. Своим примером ульяновцы показали, что ездить на велосипеде может быть легко и удобно. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.